Вы крутые, у вас такие замечательные проекты. Такую оценку дала Чувашии президент рыбаков фонда Елена Ульянова. Руководитель благотворительной организации, которая уже несколько лет занимается поддержкой проектов в сфере образования, приехала в республику на подведение итогов года волонтерства. А сегодня она встретилась с председателем кабинета министров Чувашии Иваном Моториным. Сегодня Чувашия по участию в наших грантовых проектах находится вторая после Удмуртии. Это более 25 заявок. В прошлом году две школы-победители, это 5-я гимназия, 59-я школа, получили гранты 1 миллион рублей от рыбаков фонда. Вот для нас это такой регион, где, собственно говоря, вы готовы апробировать любые наши проекты, любые наши программы. Елена Ульянова отметила проект «Благодарные ученики», который зародился в Чувашии, и сейчас подхватила вся страна. Когда Игорь Владимирович Рыбаков, основатель нашего фонда, услышал об этом проекте, он сказал: так, почему только в Чувашии, давайте будем масштабировать. Я надеюсь, что мы не снизим здесь свои инициативные действия и ежегодно будем сотрудничать с фондом. Активность Чувашии не только не снизится, но и будет расти. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных проектов.